не нарушая традиции. Когда есть я, есть машина на боку. А сейчас... Все, давай, лебедку отпусти. Сейчас. А мелкий нормально? Все? Нормально, поехали дальше. Серьезно, там не проедем? Большой сегодня видос не снимаем, но для себя, для истории. Ну, просто, чтобы вы понимали, что обычно водитель чистый в красной Ниве. Просто весь. Короче, из интересного. Это клюз, а там новая мастер-винч, которая замотала сама себя, перемолотила. Вот тут, если вы помните, у нас защита, вот она алюминиевая стоит, и защита ушуршала туда. Грязь была вот такая. Встань рядом, чтобы я показал, какая это грязь. Вот такая вот была грязь. Выше полюса. Да. Вот, просто все. Защита хоть и помогла от... Фу, блядь. Вон, крепление там лежит в лебедке. Лебедка напополам. Эти стягивающие элемент. Вот он вырвал. Это все крюк. Сам на себя намотался, короче. Из интересного, что у нас еще то, что нету на видео, у нас порвался УАЗик. А, да? Порвался УАЗик. Опять, скорее всего, грипп. И, скорее всего, это опять ремонт на полтора часа. Добрый, можно и так, блядь, качнуть даже, мне кажется. Есть там, блядь, остался? Да, есть, блядь, остался. Вот она покатушка, блядь, пацаны. Таня, что, откручивать эту хуйню? Я вот сейчас... это. Нет, пока это тормоза открутить надо. Супер. Что мы установились, пап? Сейчас вот взорвет, подожди. Резко. Сейчас посмотри, как будет взрываться. Смотри, вот так, оно не вытаскивает. Смотри. Смотри. Ха, иди сделай. Туда. Давай, смотри, смотрите. Смотри. Готово. Думал, на камне. Угадайте, нет, что на машине? Не думал, что вы тут захотите прилететь. Даже не видел эту промою, как он ее нашел?
Не, ну я проехал даже как-то и желания не было сюда спуститься. Там колесо внизу. Это какой-то пи***ц. Что там, как? Глубоко! О, слышишь, стекло он потерял, это его? Нет? Ну да. Давай, давай. Братан, у вас стекло отпало. А его все, его разбило. Ну да. Блин, тут бензин, дай руку. Прямо хочешь брать, да? Сань, там нормально. Тихо, сейчас мы грязные будем все. Хорош! Тихо, брат. Сила. Что так делает у него? Мужчина! Давай, давай, давай. Езжай! Ручить справа. Чуть-чуть назад!
Че дырящие? Назад. Чуть вправо. Еще назад можно. Давай, давай, уже все, пошел. Раздавить хочешь штурмана? Не, давай назад. Каким редуктором? У него там... Давай, 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 Костян! Давай, 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 съезжай! Вот! И теперь по правой! Вот так и едь! Нет! Вот сюда, по правой! Да, 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 давай, вот! Да не бросай ты газ! Давай на первой, Костян! Не, вторая. Пошел, 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 пошел! Не, он на второй едет по такие подъемы. Дядька что делает, а?
Еще, блин. Оп. Надо у вас колесо всего лишь. Все, выкручивай. Ну тогда едь и крути. Все крутится. У Нальбия проблема с рулевыми, что-то тягами, колеса в разные стороны. Смотрите, грибник. Грибник валом. Ух ты, блядь, правда старый. Костян, ты как? Мне показалось, ты на дерево уперся. На трех колесах. Нахуй. Ровно выходи, прям ровно, давай, пошел. Говорю, ровно, руль крутит. Ну, дальше тоже все проедут. И я надеюсь, что Вранглер не перевернется. Да, Фарик? Поставить до дуба сколько? Меня все ждут. Бегу! Нормально он пройдет. Блин. Даже не спальник. Снимаем крузера с дерева. Отпускай. Отпусти. Тяни. Во, почти проехал.
Это у него машина уже приняла форму леса. Она эти деревья просто впитывает в себя. Проблемы продолжаются. Сними с той стороны. Красная Нива. Либо пара отрыгнула, либо полуось. Вот полоску достали, она целая. Принял. Сейчас вторую посмотрим, блин. День день затрат. Давай. А идет. И не идет. И барабанная дробь. А попробуй ее покрутить вперед-назад. Никак. Какой она в шлицах же? Ну как? Никак не сейчас, подожди. Вот эти, вот, а, может, съемник для этого? А, вот. Давай. Сам. Под 45 градусов. Это пара. Целый. Все нормально, да. Иштех работает. Значит, поедем дальше. Прием. Едет, на Альбию пойдем. Да. На ту сторону встаньте все. Альбек, становись, я поснимаю. Давай, идем сюда, Станя. Альбек, становись. Стой, на Альбию, подожди. Все, давай. И вот такая вот дорога потихонечку. Че, пешком пойдем или поедем, блядь? Да, пешком пойдем. Отойди. Салам алейкум! Малейкум ассалам, дорогой! Да, ему уже. Или нет, что там отвезло? Не знаю. Давай, иди. Пойду-ка стена чуть-чуть. Братан. Да не, езжай. Хорошо идешь. Чуть-чуть левее. О, право, вот сюда. Хорошо. Право. Во. Ступенька. Нормально, падай. На скорости. Просто иди на одной скорости. Не надо. Я иду на одной передаче. Да, все, давай, братан, аккуратненько. Мы пешочком, там что-то опять подстали. Я за тобой, дорогой мой. Да. Че, давненько так не бились, да? Да.
да, прям суровый огонь маршрут, просто топчик. И вроде вот ничего как бы сложного, вроде, да, блядь? Но колея, вот, там вот машина полностью падает туда на бок. А там до этого колея была, блин, там по грудь колея. Колея, да. Вообще офигенно. А, надо будет реально кардан снимем, полуоси вытащим и спокойно поедем. На асфальте уже. На дубе, он говорит, на 10 минут день встанем. Нет, в смысле, зачем на дубе, там дальше еще будет, ну, внедорожье чуть-чуть. Добьем его, братан. Ну лучше ж на полном приводе ехать хоть на каком-то, чем на перед. То работает, то не работает. Ну а что делать? Все равно ж иногда работает. На одной скорости без тормоза. Зачем ты тормоз? А, я понял. Так это какая? Вторая? Ни хрена себе. А блокировки понижайка? Ты уверен? А что так быстро? Короче, вперед смотри. Вот машина, вот, то есть вот так идет горизонт туда, это спуск. Помогите, чуть поддержите его. А зачем? Он лежит? Нет, он уперся. Левым колесом уперся. Ты не лег, ты уперся левым колесом. Правее, руль выкрути. А как он выкрутит? Подожди. Ну, он на левом колесе. Фарик, помоги тоже чуть-чуть им. Фарик, помоги им за крышу, толкни. Все. Я силой мысли помогаю. Не свети в камеру. Все, пошел. Во! Офигеть. Просто висит. Блядь. Еще, блин, шершни ночные летают какие-то. Оу. Куда? Куда? Руль туда. Стой. Крути еще. Вот так, ровно иди, просто ровно иди. Туда. Еще, да. Блин, сейчас, подождите. Рывок сделай, чуть-чуть рывок. Стоп. На колесо, стой. Да, ну, сильно не надо. А ему падать только, что? Давай, нормально. Есть. Давай. Пошел. Все, нормально. Чуть влево, колеса, влево колеса. Да, давай. Ну, стра... Сейчас. Не, у него задний мост так хрустит. Да, не знаю, что-то хрустло. Это сзади так пара. Сзади я слышу. Вот. Все, он едет нормально. Не на... Саня, все хорошо. Че? Все отлично. Что-то переживать начали. Последние вроде как метры до дуба, и мы спустимся с перевала, с холодной горы или как-то так, на дуб, и там вроде уже должно быть более-менее лайтовое место, то есть там уже просто по речке поедем или вдоль речки, не знаю. Но опять промоина, опять мы подстали. Хороший был кадр, кстати. Последние метры никак не даются. Чуть прилег. Скоро сюда, Альберт. Сань, не трогай.
А как тут будут проезжать Нивы? И что это за Бродвей, на свет? А неделю назад тут вроде как наши пацаны на Нивах проезжали. Вроде как. Ну он смотри, он тоже вот там вот ехал. Смотри, он между. Что это? Не-не, это Сильвера, кстати, да. Что там? Ну давайте немножко про новости. Вот мы тут встали. Последние вроде как метров 300-400 осталось. Но дело в том, что здесь мы уже стоим час примерно, последние метров 100. Там впереди Ваня на УАЗике. Там промоина огромнейшая. Потом один УАЗик, Гия лежит тоже. Ну, хорошо лежит он на колесах прям. Ну и мы втроем. Когда он будет тянуться? Туда, крути заранее. Не нужно никуда крутить. Давай. Руль только рано держи, он тебя сейчас попытается влево. Не крути! Все, поразуйся, давай назад! Отпускай! Давай! Нет, сколько ты думаешь? Давай! Сколько метров? 300. Чуть-чуть. Левее руль. Правее чуть-чуть. Да. А он не сможет сейчас ничего сделать. Руль, этот колесо плотно же лежит. Перевернем. Сзади поддержит где-то. Не, ну перевернет, туда он уже не пойдет. Какой-то пиздец. Сегодня доедем. Это все, знаешь что? Вовремя надо было. А его никак даже не подлезем. Короче, прошел час. Горный баран есть? Первая машина ведущая лежит в промойне. Без стартера. Следующая машина. Гия. У него передний привод отрыгнул, правая полуось тоже отрыгнула, и левое колесо, которое осталось одно, оно раздулось вот в таком положении. Да я бы и такого места покушал. На льби целый, Саша там стоит целый. Ну сейчас уже, да, что-то. У меня нету заднего редуктора. Короче, жопа полная, блядь. Сейчас сидим, не знаем, что делать. Часа через два мы вытянули вазик, наконец-то. Здесь стартера нет. Здесь, блядь, какой-то шкварня лишь. Вот там вывернуло масло, течет с правого колеса. Фу, блин, жесть. Давай еще. Здесь тоже дела. Давай, что-нибудь. Давай, замотай нормально трос. Давай.
Братан, нога у тебя. Какая нога? Ну он тебе чуть задним колесом. Да не, нормально, давай. Еще очередная поломка УАЗика, вырвало колесо на пи***ц. Там Гия вроде поднял колесо, накачивают, здесь все пи***зику. Кулаком? Мытец. Я имею в виду, Саня, сошка что ли? Блядь, ну какая сошка? Ну... Рулевую, блядь, там все целое. А это почему лёг? Что рулевое? Колесо посмотри. Рулевая колонка вот да лопнула. Нет, колесо пизда. Рулевая колонка лопнула. Да как вон колесо, у него амортизатор, он там, блядь, где лежит, блин. Пиздец. Как ты колесо крутишь? Ну как по этому. Ну там... кто-то не подними, Вай. Я уверен. Что не подними? Вот за морду. Да не подними вот столько его. Ну завтра будем лебедками думать. Надо до сюда как-то, да, чтобы здесь место. Вай, колесо не выворачивай. С этих промоин. Колесо нахуй вывернет, Вай. Да я сейчас колесо на вернем, пиздец. А то уже не было, впереди, вправо, блядь. Поломай сейчас колесо. Тебе надо Тойоту влево не заебеди. Стой, нет. Право давай. Да, да, да. Ускорь.
Перед сюда тебе надо. Перед сюда максимально. Жопу стой, 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 стой. В общем, пацаны, я не снимал, вон он УАЗик, мы все прошли, мы были заключительными, то есть последней машиной, мы тоже проехали, и аккуратненько едем, всей бочиной прошлись по вот, ну вот сейчас постараюсь показать, как Костя едет, оп, и все, ты ж... Один, давайте по одному просто. Да, давайте по одному. Нормально. Вот так вот машина. Дынь-дынь. Дынь. Да, все нормально. Еще один зуб и еще один зуб. Тыдынь, тыдынь. Дальше камни большие. Да, потихоньку отлетают. Одна, вторая, третья. Да-да. Ну, либо попадают просто один на один, клацают и вот встают на место. Все полностью стопроцентное. Нет, блокировка работает. Блокировка работает, зубья падают. Это чтоб у Костина так колесо ю. Оп, встало. Все. Ребята, ну вот последние 30 метров и мы спустились к дубу. Дальше есть бездорожье, но это уже совсем другая история. Это была планческая щель ночью. И мы ее проехали без лебедки и, можно сказать, без заднего моста. Ну, вот там еще трещит. Время 2 часа ночи. Выехали мы в 6 утра. Блядь. Как это неожиданно, мы приехали, здесь Славик, просто собрались уже с поляной. Просто мужчина. Вот он, просто стоя. Ух, что это было, но это мы сделали. На 10 минут, даже 10 не было. Вот они вроде когда появились, сразу на месте. И все наладилось. Мангальчик выебывает. Я так скажу, что ты в ближний год, я еще достойно шел. Я сам под охренением.